Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Sims 4. Да, Sims 4 мы с тобой продолжаем играть и наслаждаться. Да, у нас большая семья шведская, или где там, ну, разрешено жить толпой людей-то. Вот, мы с тобой продолжаем. Думал тут, знаете, ребят, все над тем, что заводить нам детей или нет, потому что можно, мы детей тут можем много наделать, да, как ты знаешь. Я думаю, наверное, я проживу свою такую, так сказать, вот эту игровую жизнь, а это как бы я, ребят, проживаю в большой шведской семье, вот. Я проживу, знаете, без, наверное, детей, потому что мне за ними сложновато присматривать, на самом деле, а если еще там детей куча там, ну это вообще будет жопа. Кто-то скажет, да, можно хотя бы там одного наследника, либо наследницу, да, там сделать, но я думаю, я поживу без них. Тем более мы живем долго, у меня включено, чтобы долго симсы жили в настройках, я поставил, чтобы они долго жили. Вот, так что мы наживемся здесь и, да. Я, знаете, что думаю, у нас стол на кухне, ребят, на шестерых, видите? Сейчас пролагается у нас. Стол на шестерых, а живет четыре человека. Я думаю, еще двух бабенок к себе подселить, в свою семью. Вот, свою семью еще подселить. Я, кстати говоря, за кадром, ребят, перенес эту, как его, фортепиано, видите, отсюда вот сюда перенес, ребят. А, и у нас кран потек, замечательно. А кому-то на работу надо? Че там кому на работу? Два дня. Картина приносит домой. Катрина. Справляется с работой, хорошо. Это кто? Предприниматель. Кто это? А, я за кадром, знаете, что еще сделал? Я пригласил баб новых домой. Ну, в смысле, женщин. Ну, в смысле, чтобы наши бабы тут эти познакомились. В общем, да. Чтобы познакомились, в общем. Да ё-моё, а чё FPS-то просаживается? Алло. Нормальный FPS. То просаживается, то нормально. Так. Кэтрин, да, у нас устала. Да, она пошла спать. Ей что, завтра на работу? Да, я завтра на работу, два дня. Играть на музыкальном инструменте она потом поиграет, когда ночью встанет. Так, это что, у нас тоже выдохся? Давай-ка ты знаешь что, дорогой мой друг? Ты, во-первых, встанешь, починишь, а то бабы, я не знаю, как там без этого справиться. Протрешь пол, примешь душ и потом ляжешь спать, дорогой мой друг. Охренеть, у нее народ тут я пригласил. Пускай знакомятся, короче, все. Нина Елисеева. Так, приветственно, давайте пригласим всех. Давайте, да. Друзья, мы все друзья, ребят. Мы все офигенные друзья. Новый пост. Радостный пост. Постов больше делать нельзя. Сообщение. Ага. Так, тебе поспать, мать. Тебе поспать, тебе на работу. А, до работы два дня. Да что ж, что за опять фризы такие начались? Алло. Что происходит? Пятнадцать FPS. 50 FPS. Какие-то, почему просадки по FPS проходят? Непонятно почему. Так, давай спать. Тебе на работу скоро. Через 13 часов. О, бабёнки, вы не хотите развлечься? Пока я здесь. Опять просадки по FPS. Опять прошли. В чем то проблема, короче, из-за симов, что ли? Из-за того, что много симов на территории, что ли, или чё? О, это бес, стерлинг, предпринимательница. Нина Гонзалес, ну-ка, обработай ее. Ну-ка, давай, романтику, флирт, пошла. О, у них там любовь какая-то. А, не, подожди. Нет, подожди. Подожди. Вот это... Давай, 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 обрабатывать. Кокетливо представиться, давайте. Будем устраивать здесь это, ребят.
Су-су! Получен навык обаяния. Целовать руку, давайте, да. Сексапильная поза. У нас такая семья, нормальная, ребят. Все нормально. Пускай все друг с другом, как бы, понимаете. Блин, она не хочет. Флиртовать. В смысле, а мы не ее кусь, а что она нас отвергает? Обсудить теорию света. Обменяться номерами. Куда ты пошла стоять? Я тебя обрабатываю. Она, наверное, не поняла, ребят. Она, наверное, не такая, ребят. Я-то думал. Тебе через сколько на работу? 2 дня, да. Так, ну-ка, выйди из-за разговора. Хвалит внешний вид. Давай, сейчас обработаем. Все обрабатывают всех, ребят. О, сколько народу у нас здесь, охренеть просто. Я еще пытаюсь понять, какая у меня ориентация. А, Блэст еще не понимает, какая у меня ориентация. Так, что у нас произошло, подождите. А, у нас Джейд Роза, да, приехала из этой, с работы. Получает повышение, исполнительница на разогреве. 500 баксов. Стереосистема в стиле ретро. Ее отслеживаешь, это в пятницу. Понятно. А там поесть есть что-нибудь? Сходи взять, возьми порцию. Возьми порцию, сходи покушай. Так, мы пока здесь это обрабатываем. Пока обрабатываем, ребят. Ты что ноешь? Не ной. Подожди. Иди обрабатывай ее. Давай. Подарить розу. Может сейчас сработать. Надо спать идти. Опять что-то плачет. Предпринимательница. Она воровка, по-моему, а не предпринимательница. А, они плачут, потому что там фильм смотрят такой, понятно. Я-то думал. Так. Сейчас мы ее затянем, ребят. Не затягивается. О, она нам подарила. Спросите, есть ли пара. Так. Близ не... Да, она не имеет партнера, потому что она с нашим, кстати, этим. Так. Хвалить внешний вид. Так, все ушли. А все, кстати, у нас пропал флирт, это, близость. У нас пропало, а почему? Нельзя ее за это завербовать в эти, ну, в те и в эти. Ладно, иди спать тогда. Так, у тебя что по предпринимательству, ребят? Ну, а что подумаешь? Что поделаешь, ребят? Кто скажет, фу, такой гадостью занимаешься? Ну, это вот Sims, да, это вот свободное отношение, такая вот фигня. Ни в коем случае не пропагандирую, ни в коем случае, ребят, осуждаю. Ну, это Sims, здесь поугарать можно чисто. Так, я серию-то не засек, ребят. А то будет серия длиннющая, они у меня и так длиннющие. Так, достичь третьего в комедии. А комедию, как мне третий уровень достичь? Через зеркало можно? Сочинять шутки не начато. Так, кому на работу завтра? Ну-ка, давайте посмотрим. Ей через 17 часов. Ей надо 2 дня это отдыхает. Так, я работаю. Это тоже работает. Так, ей надо пожрать. Мне тоже надо пожрать, да? Пип-а-мой-ой. Так, а ей тоже, да, надо?
Да, но она не так сильно спать хочет. О чем качаем, кстати? У нас с ним-то плохие отношения с Ева. С Евой плохие отношения. Это Ева, которую мы... От которой мы съехали там, ну, мы ее убрали. Актерское мастерство. Комедия. Не, комедия — это другое, ребят. Комедия, блин, это другое. Это обаяние, подождите. Комедия — это другое. Давайте комедию... подождите, комедия — это другое. Нам надо прокачать комедию. Увлечение, навыки. Нам нужна с вами комедия. Для комедии вот, комедия. Микрофон. Может, такой немножко кривой, можно просто прямой. Я думаю, можно прямой сделать. А где бы его поставить-то? Давайте чисто... Давайте вот так вот. Ну-ка. Иди рассказывай анекдот. Да спать тебе надо идти. Упражняться в пении. Учиться ходить в роль. Иди учись ходить в роль. Или это другое? Не, комедия не качается, подождите. Полезнее, как в разговорах, так, понимаешь, что всякая жизнь, шутка может... Выступление с микрофоном. Повышение от навыка разблокирует новые шутки, комедийные номера и универсальные перед микрофоном. Положить багаж, рассказать анекдот, учиться входить в роль. Тебе когда на работу-то? Через 14 часов. Убрать, помыть, полировать. Давай, уберись. Туалет тоже помой, иди. Уж сегодня у нас этой. Иди спать. Иди поспи. Так. Там еще не стухло? И через час стухнет. Нормально. Так, тебе на работу надо? Да, через 10 часов. Так, тренировать тебе что надо? Ничего, да, играть на музыкальных инструментах. Давай, знаешь что, дорогая моя? Исполнить серенаду, сочинить мелодию, учиться. Иди учись. Пускай идет учиться. В таком наряде она учится играть на скрипочке, ребят, да? Кстати говоря, она приметный новичок. То есть скоро станет звездой. Уже играет получше. Играет уже получше. Так. Давай, кушай быстрей. Давай, туда сходишь. Сюда сходишь. Тебе надо что-то прокачивать. Сделать открытие нужно. Нам нужно сделать открытие, ребята. А в чем мы можем сделать открытие? Актерское мастерство? Открытие? Механика, кстати, может уровень 3 почитать? А ты что, не можешь? Подожди-ка, читать, подождите. А, не может.
Паула и Джей теперь хорошие друзья. Им признание в любви, ребят. А что нужно сделать? Романтическое настроение, Дмитрий, со своими любимыми. Купить подарки, изменить 10 телефона, компьютер, купить цветы. Прийти на свидание. Ну, я не любитель, знаете, вот этих всех праздников. Выработан образ жизни. Так, мне надо два открытия сделать. Так, тебе что, на работу, не на работу? Тебе на работу два дня. Так, мать, давай просыпайся, тебе нужно убрать это, помыть. Позавтракать, яйцо с тостом. Обязательно в туалетик сходить. И нам надо с тобой подкачать навык рисования. Да, нам надо рисование подкачать. Картина в поп-арте. Так, большая картина в поп-арте. Так, мы, кстати, открытие Дмитрием сделали. 11-е. Нам нужно еще одно открытие. Так, 3 часа доработаем. 10 часов. 7 часов. Три часа доработаем. 11-е, да, открытие мы сделали. Замечательно. Так, иди это. Чини. Пока у тебя эврика, иди чини. Быстро. Быстро. Тот самый сосед с дрелью. Дмитрий отлично орудует молоком. Стоит ли наконец признать, что ему нравится механика? Да, ему нравится механика. А ты чё ушла-то, мать? Иди доготавливай. Возобновить. Пошла доготавливать. Нет, не сейчас. Иди сначала доготовь. Иди доготовь, а потом возобновишь. Голосования там какие-то открыты. Мы нигде не голосуем. Так, у нас 19 тысяч, ребят. Мы можем что-то... Мы можем что-то развить. Давайте, знаете, что я думаю? Надо пылесос выбросить, мусор и... начать обычную уборку. Так, через час ему на работу. Так, тебе когда на работу? Через 5 часов. Так. Я думаю, еще двоих надо, ребят, подселить сюда к нам. Но надо расширять территорию. Кто это? Говорят, что босс рассматривает мою кандидатуру для новой должности. Как думаешь, у меня получится? Конечно, Блэс, у тебя получится. Пускай она повышается. Кстати, мы ее к себе подселим потом. Это воровка, мы ее к себе подселим. Воровку эту. Правда, мы потом можем все сесть из нее. Она там повышается. Потихонечку. Так, что, докачалась? Да, 5-й уровень. А нам нужен 10-й у ней. Уровень обаяния еще нужен. Давай, давай, мать, давай, давай, дотянешь сегодня. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо ей в туалет сходить, туда-сюда. Давай, 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 давай. Есть. Дотянули, ребят, дотянули. До 7-го уровня в навыке скрипка. Через 2 часа нам на работу.
Пускай идет, сходит в этот, в туалет, примет. С кем можно заняться? С Джейд. Можно заняться в уху с Джейд. Ну, они у меня такие, знаете, провинциальные девочки. Так, нет, дорогая моя, тебе дальше получить вдохновление, продать картину. Нам нужны бабки, дети мои, нам нужны бабки. Предприниматель второй уровень. Угу. Рисовать фигуру. Давай, учись рисовать дальше. Ты куда взялась за это? Иди лучше учись вот на этом играть. Ты будешь у меня на этом. Это будет на скрипке играть, а это будет учиться на той играть. На этой. Я понимаю, что, наверное, многим надоело этот звук слышать. Вот эти вот пи-бим, пи-бим, вот эти вот. Я понимаю, что кому-то надоело. Так, это пошло на работу. Бабки нужны, понимаете, ребят. Бабки по-другому не добываются. Кто-то песни у нас здесь пишет, кто-то что. А, говорят, вы и Клим Морозов теперь друзья. Они мне... Он мне нравится. Клим Морозов. Это Дед Мороз, ребят. Это Дед Мороз тот. Иди помойся. Чего? Заняться в уху с Нина. Господи, какая у меня... Какая у меня семейка здесь собралась, ребят. Все уже засрали, кстати. А, пообедать. А, Бансео давайте. Что-то нарисовала? О, кстати. Уже неплохо рисует, кстати. За 300 баксов. Ну-ка, продавай. Дальше тренируемся. Дальше. Рисовать по фотографии. Сюрреалистическая картина. Давай, большая сюрреалистическая картина. Пока у нее вдохновление есть, ребят? Пускай рисует. И все равно домой... Ой, домой не надо никуда это. Так, через 2 часа нам надо на этот, на работу. Так, Катрина создает самую лучшую мелодию для наполнителя кошачьего туалета. Но когда она предлагает ее своему клиенту, вице-президент компании, оболванивание, просит ее упомянуть слово «мочеиспускание» по рекомендации последних исследований. Стоит ли ей изменять мелодию и все же бороться за свое искусство? Бороться за искусство. И о чем только думала Кэтрин, это просто реклама, а не, присуждение музыкальной награды. Вице-президент требует подгонки с использованием слова «мочеиспускание» как минимум 4 раза, и это за 15 секунд. Снижение продуктивности малое. Эх. К сожалению, да, можно было повыситься, наверное. А, все, ушла, да, приготовила, ушла. Замечательно. Замечательно, ребят. Ух ты, неплохо, слушайте-ка, нарисовал. Ну так, конечно. Но уже все лучше, ребят. 200 баксов, 100 потратили на холст, 200 получили, то есть 100 баксов прибыли. Вот видите, пока дома она сидит на выходных. Как бы вот такие вот выходные, 17 через 17 часов на работу. Вот, пока она дома сидит. Рисовать пейзаж. Давайте рисовать пейзаж. Качаем, качаем этот. Потом есть. Давайте поедим. Это кто? Это парень? Кармен Луна? Это парень? Биллис. Я... Ужас. Ужас, кто тут наши соседи. Ужас, ребята. Давай искусство докачивай. Что за... Нет, Дмитрий возвращается с работы и зарабатывает 900 баксов. Это классно. И мы продадим, кстати говоря, продать в картинную галерею 300...
300 баксов. Вот это в картинную галерею, ну. Ты что, сразу убираться пошел? Сразу убраться решил, ребят. Так, 300 баксов мы продаем сейчас в картинную галерею. 200 баксов у нас выгода. Приметный новичок. Она у нас потихонечку, да, она у нас такая. Бабенка-то. Давай, кушай. Сходи, сполоснись. Сходи в туалет. И заново рисуем картину. Импрессионистская картина. Давайте, большая перфекционистская картина. Так, 21 тысяча у нас. Так, повышение до... О, Катрин, повысили. Повышение до серьезный музыкант. Зарплата увеличилась на 11, ребят. Также она получает премию 1100. О, музыкальная награда. Выше всяких похвал. Ее следующая смена в субботу в 15. Неплохо, ребят. Молодец, Катрин. Красавица. Приготовь-ка на всех ужин. Да, приготовь-ка на всех ужин. Неплохо, неплохо, ребят. Разживаемся, разживаемся. Я думаю, можно еще будет скоро кого-нибудь подселить. Кого-нибудь подселить. Так, иди прими душ. И ляг поспать. Давай, 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 давай. В смысле, а ты чё? А ты чё не пошел это? Не захотел, что-то застеснялся, что ли? Или чё там? Большая империалистическая вот эта картина, давай. Кстати, а тебе на работу, да? Тебе на работу через 19 часов. Так, тебе надо будет поесть и опять идти... Она, кстати, знает, что может сделать сейчас Катрин? Достигнут 6 уровень. О, пришла мадама. Пришла наша звезда, ребят. Ну ничего, мы тоже здесь скоро все звезды будем. Настоящая звезда. Настоящая, ребят, звезда. Так, экспрессионистскую эту картину она рисует. Так, а что нам надо что-то повышать, кстати? Достичь 4 уровня навыка игры на пианино? Что сейчас было? Что-то сейчас было такое. На пианино надо, а подойдет вот это вот? Что происходит? Что у них? А, это какую-то пищу, а что-то здесь загорается. Мы пищу приготовили острую, я понял. А на пианино подойдет вот это вот? Пианино, скрипка. Скрипка у нас 7-й аж. Навык-то. Это хорошо. Так, это пускай подрыхнет немножко. Ему на работу надо? А, у него выходной. Так что что, можно, ну-ка, вставай, что ты спишь? Ну-ка, пианино будет качаться? Так, Джейд приносит домой $295. И справляется с работой. 23. Да, качается. Качается потихонечку. Комедия. Мне нужно прокачать ей комедию. Так, иди сходи. Так, ну-ка быстро. Так, в комедии надо упражняться. Пускай это упражняется в комедии. Вот теперь как комедию качать. Всех качаем, ребят. Все качаются, все качаются. Так, уровень пианино это скачало, вкачало. Ты можешь выходить, тебе все. Подождите, а, нам на 4-й уровень надо, да? Не, дорогая моя, тебе надо идти спать. Давай-ка спать. Так, продавай давай за 200. Слава, давай туда в славу продавай.
Тебе на работу когда? Через 17 часов. Жрать, пить. Комедия, нужен уровень. А, новая семейная динамика. Шутники. Считаете ли вы, что персонажи по имени Дмитрий и Бриттани связывают семейная динамика шутники? Кто такая Бриттани? А, Бриттани, это вот это вот. Так, да, кто такая Бриттани? Иди покушай. Взять порцию. Иди, и потом спать. И все, и потом спать. Так, ты иди в туалет. Да, ты молодец. Ты молодец, иди в туалет. Вот, это мы прокачали. Кто там? Прям на туалете. Сидим на туалете. Прошел ужасно. Я звоню, чтобы сообщить, что ваш близкий друг Ютата Хара отошел в мир иной. Мои соболезнования. Ютара Тахатата, ребят, отошел в мир иных. Прикиньте. Вы прикиньте. Это вот, вот. А где он? Вот он. Ютака Хара, молодой. А че он молодой, кстати? А че он умер? От чего, интересно? Так, у тебя выходной, да? Так, мне надо сделать какое-то открытие, ребят. Во-первых, сходи помойся. Сходи помойся, и давай-ка ты прочитаешь какую-нибудь логику, что ли. Нам нужно открытие сделать. Все, все спать пошли, ребят. Все спят. Все спать. До работы 7 часов. Кстати, ее надо было положить раньше. Я просмотрел немножко момент. Ну, пойдет невыспавшийся. Сочинять шутки, упражняться в музыке. Так, это у нас, да, получается, выходной. Все работают, да, 12 часов, 7 часов, 14. Все работают. Это мы с тобой ничем не занимаемся. Так, ну как ничем? Мы занимаемся тем, чем надо. Так, давай. Блин, дружок у нас сдох. Ну, в смысле, помер. Очень грустно. Скорбь. Потеря хорошего друга. 2 дня. Опа, Эврика, мы сделали открытие, ребят. Это великолепно. В результате чего мы уже, да, уфолог, кстати, мы какой-то там. Уфологи, а уфологи же они как раз с призраками работают, да, насколько я знаю. Это же хорошо. Это же, ребят, хорошо, это же замечательно. Так, а ну-ка, полировать. Помыть надо все. Полировать, вот это вот убрать, поставить на место. Ой, это пока все отполируешь, все пока. Живет столько народа, никто ничем не занимается, только и мы одни занимаемся. А сколько нам там жить осталось, кто-нибудь мне подскажет? До старости 31 день, ребят. Давай, возьми порцию. А то сейчас через 30 минут это испортится. Жестко, да-да-да. Какую-то приготовили чачу, короче, жесткую, ребят. Очень-очень горячую чачу. Убрать и помыть. Так, давай, убирай, помой, и потом иди спать. Так, тебе через сколько на работу, мать? 3 часа. Тебе? 10 часов. Тебе? Через 3 часа. Так, 2 этих Гонзалес уходят через 3 часа, да? Так, иди учись играть на пианино. Ой, как все сложно. Так, подождите.
Она просто слушает, да, смотреть. Ага, хочет посмотреть. Эта картина закончила? Да, закончила. 23 тысячи, да, у нас. Тебе-то самой что там? 6, 1, обаяние. Кстати, по обаянию можно купить реально книги, ребят. А у меня по обаянию нету, да, у меня актерское мастерство только. Можно книги купить по обаянию. Какой справочник? Нет, нет, нет. Купить книги по обаянию. Показать всем. Обаяние, ребят. Блин, пока их всех и это... Кстати, по комедии есть. А, можно комедию купить. Давайте купим комедии, три тома. Вот обаяние. Так, а что нам надо ей прокачать? Обаяние, да? Через сколько тебе на работу? Через 2 часа. Ну, посиди немножко обаяние, почитай. Где тут? Иди немножко обаяние, почитай. Пока мамка твоя тут играет. Великолепная мелодия. Ей тоже через 2... Ей через 7 часов? А кому... Чё, кто... Говорят, вы и Дмитрий Волгин теперь друзья, он мне нравится. Ага, понятно. Подожди, тебе через час. Нина, а кому там еще через час? А вроде это же тоже через час был, нет? Ладно, пускай. Пускай учится, ребят, пускай, пускай. Вот это, конечно, прокачка, конечно, да. Это вам не веселье, где чпокаешь всех подряд. Она что, кушать хочет? На работе покушаешь. Обаяние бы хотя бы на плюс один бы качнуть ей. Давай, иди на работу. Самая высокодоходная женщина наша. Так. Самая высокодоходная. Через 5 часов на работу. Долго мы. Потасовка на районе. Да никаких нет, да, сейчас. Ой, давайте, 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 давайте. Так, чё, кто это? Здравствуйте, Катрина. Мы хотим, чтобы вы вступили в наш клуб «Образцы совершенства». Что скажете? Нет. Это «Образцы совершенства». Полуночная резня какая-то, фильм смотрит. Упражняться в музыке. Кстати, давай-ка это, учись-ка на скрипке, раз там занято. Давай-ка учись здесь. Одна будет тын-тын-тын, другая пи-пи-пи, короче говоря, ребят. Будет ужас, да. Давай-давай-давай. А я там дрыхну все. Кто это? Давайте дружески поприветствуем. Это кто? Какая-то баба. Опять голые женщины ходят про ее. Опять, ребят, беспредел. Кто это вообще? Мы с ней знакомы? Нет. Ой, до работы 2 дня. Так, вставай. Ты чё? Давай, иди познакомься. Тут как раз ходит одна. Иди, дружески представься. Хватит дрыхнуть, там голая женщина на улице. Давай быстрее. Так, через сколько нам на работу? 4 часа. Быстренько, еще потом успеешь подать обед. Гальбаджина какая-то там. Давай, давай, давай. Где там голая женщина? Так, 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 так. У нас выходной, да? У нас выходной. Так, у это еще. Блин, сбой, прикиньте, вообще из головы вылетает, кому куда там на работу или куда ли. Че такое это? Очень грустный. Давай. Давай, спросим совета. А, давай, романтику, раз она тут голая ходит.
попробовать... О, говорит мужик рядом, ох! Да. Блафтау. Зарсамзо, квинг, квинг. Что у ней с голосом? Что у ней с голосом такое? Шваби? Не бор, качуш. Янави. Мучи-пичи. Спросить. Сексапильная поза. Ну что, она раз уже здесь стоит, ребят, надо ее тоже приходовать. А что, она сама провоцирует меня, понимаете, на это. Так, хорош болтать с ней. Быстрый перекус что-нибудь возьми там себе. А, быстро перекусить. Бутерброд с арахисовым маслом. Иди перекуси быстренько. О, нормально. Рассказать анекдот, давайте расскажем, посмешим всех. Физическое, давайте попробуем поцеловать ее. Ну что, она тут ходит, как бы, вы сами понимаете. Голос какой-то не грубый. Может, это мужик? Да, кто это? Вы когда-нибудь слышали про испытание потребности? По правилам кучи... испытание потребности. По правилам куча персонажей оказывается в безлюдном месте и устраивает настоящую битву по-королевски. Нет, никакие испытания не нужны. У меня здесь тут... О, смотрите, сколько народу. О, все ей заинтересованы. Ну, конечно, она ходит тут. Опа, да. Я самый хитрый. Я самый хитрый, сразу ее тут. Да. Фестиваль снега. Какой фестиваль снега? Алло, а чё флирт-то? Шутки давайте расскажем. Так, это отправился на работу. Так, у этой чё там? Снять шутки, упражняться в музыке. Иди-ка ты это, в музыке поупражняйся. Давай, мать, учиться. Иди, упражняйся, пока я тут сейчас охмуряю всех. О, повышение уровня. Комедии. Третий уровень. О! Хвалить внешний вид. Давайте, кстати говоря, похвалим. Куда она пошла? Алло, стоять. Хвалить внешний вид. Заключить вас в объятия, давайте. Куда ты пошел? Узнать, что происходит. Что там происходит? Что-то они туда пришли, непонятно что. Так, подождите, я обрабатываю женщину, которая меня сама спровоцировала. Ну, давай быстрей. Мы же романтики. Обняться номерами. Романтика, близость. Первый поцелуй, давайте, все. Я же тот еще романтик, ребят. Тот еще, сукин сын. Через час. Так, что это? Начальство соперничества на работе. Нина теперь не может терпеть персонажа по имени Холли. Это начало соперничества на работе, вне зависимости от того, знает ли об этом Холли или нет. Нина не сможет получить повышение, пока соперничество не завершится. Она может попробовать подружиться или подставить персонажа по имени Холли на работе, чтобы решить эту проблему. Кроме того, Нина может предложить сопернику встретиться после работы, чтобы наладить отношения или использовать более творческий подход. Нина, не Нина, а Ника, да? Ника. Да, соперничество. Ну, давайте ее пригласим и чпокнем, как всегда. И чпокнем, как мы это обычно делаем. Все в шоке, короче. Так, мы ее поцеловали. И давай, тащи сразу в постель, как бы, нет? Ну, а чего ожидали? Флудить. Да, господи, мы ее сегодня уломаем. Как ее сложно уломать-то? Как ее сложно уломать-то, ребят? Так, давай.
А подожди, это на работу-то пошла, дед? Тебе же на работу надо. На работу 36 минут. Так, давай, ладно, хватит играть. Мыть фокус сегодня пойдем, нет, с тобой? Встать пара заяц в ухо, давай. Это не я виноват, ребята. Это как бы не я, что-то там какое-то. Это они меня сами провоцируют. Понимаете? Пошли. Че, не хочет? В смысле не хочет? Стой, стоять, подождите, это что? Поцеловать. А, мы кого-то хотим поцеловать. Нет, подожди, кого целовать? Никого ты не будешь целовать, там баба наша пришла. А, романтика, куда ты пошла? Заняться в уху. Куда пошла стоять? Ты чё? Ты, значит, ходил тут целый день, меня провоцировала своим внешним видом. Пошли. На улице дождик, промокнешь. Нет? Нет, нет, нет. Нет! Я случайно нажал. Блин, я случайно нажал. Джунипер становится девушкой Дмитрия. Да я случайно нажал, чтобы она наша девушка была. А, в смысле, она же наша девушка, почему она не хочет с нами это? Ой, как же все сложно. Соблазнять. Флиртовать. Как же все сложно здесь, в вашем мире. Так, мне надо поесть. Так, это ушла на работу, это ушла на работу. Те, когда на работу? Те через 17 часов. У нас два выходных, да? Да. Холли Альто. Кстати, может ее пригласить к себе, Холли Альто там. Давайте отправим счастливое это сообщение. А куда она ушла? Она оделась? А ты что оделась-то, мать? Ну, уже неинтересно. Эх, не хочет она со мной вуху-вуху заниматься, ребят. Пойдем заниматься, нет? Серию надо заканчивать. Не хочет динамит нас. Давай за. Я не могу, я его ломаю сегодня. Нет, у меня что-то не получается. Пошли. Пошли в душе, там тепло, погреемся, тут дождик, мы мокнем. Такое ощущение, как будто мы не можем пройти. То есть он не хочет, потому что мы не можем пройти. Чинить, иди почини быстренько. Иди, а то обослышишься. Не получилось что-то ее уломать. Она что-то то ли что-то там препятствует, то ли что. То ли что-то препятствует, то ли я не знаю. Да вот теперь все сломалось. Да что ж такое-то? Что тут и тут сломалось? Да господи, чинить, иди чини. И это тоже почини. У нас я в общем в семье на все руки мастер, ребят. Не, да, очень хорош я этот человек. В общем, у нас все хорошо, ребят. Все на работе, все что-то делают. Все что-то делают, все кто-то отлично справляется с работой. Кэтрин хорошо справилась с работой. Это великолепно. Подожди, Кэтрин? Сочинить мелодию. Она сочиняет мелодию. Так, это логику свою, да, развивает. Хотя и обаяние бы надо почитать. Иди-ка лучше про обаяние, дорогая моя, почитай. Или идите это, чпокнитесь с этим. Ага. Идите, почпокайтесь.
А то вам надо поддерживать, знаете ли, отношения. Идите бегом. Давайте. Давайте. Так, выбрать специализацию для Джей Роза. Музыкант или комик? Давайте ее тоже в музыку отправим. Перед друзьями. Комик, конечно, это классно. Давайте мы, у нас будет семья музыкантов такая. Так. Навязчивые мелодии. Автор навязчивый. Они у них одинаковые эти, да, получается? У этой серьезный музыкант, а это автор навязчивых мелодий. Так, а что ей надо? На пианино, на гитаре или скрипке? Ой, господи, эти игры ваши. Так, откуда пошла? Принять душ. И, наверное, нам надо спать, а может не спать. Не получилось эту бабёнку ломать, блин. Чё-то то ли мы там не смогли, то ли чё. Да все, я думаю, наверное, на этом все, ребят. Давай сходим в туалет. Давайте поедим. И, наверное, надо спать. А, у ней два выходных. У ней два выходных. У этой тоже два выходных. У тебя что? У тебя 11 часов. У тебя 11 часов, у тебя... Тебе тоже надо на этот... Нет, ни за какой-нибудь компьютер. Иди-ка попрактикуйся на этом. На-на-на-на-на, пианино. У всех распорядок дня вообще сбитый, на самом деле. Иди. Так, потом сходи туда. Я думаю, можно ей... А нам на работу, да? Да. Да и спать ложись, короче. Ты чё там стоишь-то? Так, знаете что? У нас там давно в уху-уху не было с... Да, вот с Нинкой-то у нас уже было. Пойдем с Катикой по это... По уху-ухаемся. И на этом, я думаю, закончим, ребят. Хватит жрать-то, алло. Ненасытная, все ест и ест. Пошли. Не хочет. Не хочет, пошли в ухо-ухо и заниматься. Не хочет и все. Так, ты иди спать. $25,800 у нас, кстати. Пошлите. Давай, быстренько там. Быстренько. Так, и тут у нас чё? Чё-то мы хотим. Мы хотим спать. Так, давай сходи туда и помыться тоже сходи, принять душ и спать. Это выходной. Да я уже не помню, ребят, чего у кого, у меня прям вылетает из головы, чего у кого там где. У кого что, где у кого в ухо, у кого что, я уже все, ребят. Давай-ка тоже спать ложись. Ты тоже сходи помойся. И тоже спать. Все, на этом день, я думаю, закончим. Так, на работу нам кому? Нам, значит, этой на работу через 11 часов, и этой на через 7 часов. Так, пыли у нас много. У нас много пыли. Тот, кто первый встанет, включит потом пылесос. Летом. Дух персонажа по имени Карл... Клара ослабевает. Клара чувствует, что ее связь с реальным миром ослабевает с каждым днем, чтобы совершить о ней
Чтобы совершенно о ней не забыть, друзья и близкие должны посещать ее могилу и пытаться укрепить ее связь с реальным миром. Она так сможет призвать ее духа и общаться. Нет, пускай, зачем, чтобы это... Зачем с ней общаться? Каким? Они же могут, кстати, это... Ну, напугать, если... Они могут напугать. Оладьи, приготовь, пожалуйста. Опять серия длиннющая. Нельзя, что лучше духи пускай будут там, где им положено. Че, все проснулись? У всех все хорошо? Выплакаться. Ну иди выплакайся. Сочинять мелодию. Так, а ты что делаешь? Искать вдохновление. Ты жрать хочешь, а не вдохновление это. Ладно, пускай готовит. Ладно, эта безумная семейка, ребят, продолжит уже играть в следующей серии. В этой мы серии заканчиваем. Вот, а в следующей мы увидимся, ребят. Вот такие дела. Хочу еще двух подселить, ребят. Мне на самом деле с четырьмя тяжело. Все тут это. Я что хочу-то? В чем смысл? В том, что, опять же, я уже говорил, я хочу просто на них бабки делать, зарабатывать, да? Как бы честным путем они ходят на работу, зарабатывают бабки. И за счет этих денег, которые они приносят, мы будем потихонечку модернизировать дом, что-то улучшать. Я вот думаю, 30 тысяч накопим до 30. И... до 30 тысяч накопим и будем дом что-нибудь еще улучшим. Правда, я не знаю, что улучшить. Наверное, ванной надо заняться, там немножко ремонт сделать, новую кабинку купить. Унитаз нам подороже, чтобы это. Двери можно заменить, кстати, сделать получше. Вот, ну потихонечку будем это делать лучше. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.